За год в округе на один город с благоприятной средой стало больше. Список пополнил Губкинский. Соответствующие данные публикует Минстрой России. Всего по итогам 2020-го в стране 375 городов, где индекс качества городской среды соответствует критериям. Это на 18 больше, чем планировалось достигнуть по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Добавим, чтобы дать россиянам во всех регионах страны возможность принимать участие в благоустройстве, в этом году запустили общефедеральную рейтинговую платформу 89.городсреда.ру. На этом сайте состоится опрос по выбору общественных территорий, приоритетных для обновления в 2022 году. Разобраться с процедурой голосования помогут волонтеры. В настоящее время они проходят обучение. Волонтерам сейчас будет проводиться обучение на федеральном уровне. Сначала их научат по работе с приложением, с площадкой, как голосовать и как привлекать людей. Потом мы пройдем обучение уже на муниципальном уровне, расскажем им о территориях, о которых они должны будут рассказывать, потому что многое зависит и от волонтера, как он расскажет, как он сможет завлечь людей, проголосовать за территорию. Поэтому функционал создается новый. То есть это рассказать о территориях и помочь проголосовать в приложении прямо сразу на месте, где встретится волонтер, либо дом уже. Напомним, в Губкинском на обновление в следующем году претендуют 3 общественные территории. Это Никольский сквер, а также площадки в 1-м и 5-м микрорайонах, где могут обустроить спортивно-игровые комплексы. Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая.